Алексей, Пеппи. Я тот, дорогунька. Товарищ генерал! Да! Как вы себя чувствуете? Прекрасно! Товарищи, проверьте ваши осы. Боже, вздыхаешь? И тот, кто с песней по жизни шагает. Скорое и молчание нам понятнее всяких слов. Гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу. Наглядеться никак не могу. И вокруг все равно и близкою, все добрым и суровою, никакими словами не высказать, как мы любим отчизну свою. И поет твое сердце влюбленное, и колеса поют на бегу. Все гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу. Да ты все еще спишь, Тарапунька! Тарапунька! А? Ты не знаешь, что это такое? 8 букв, твердый камень, в середине пух. Камень? Да. А в середине пух? Что тебе за макитрило щешо? Кроссворд решаю. А, ну, может, ты же с глузду. А, вот, например, вопрос. Необразованный человек? Самодур. Не подходит. Дурохрак. Ага, ты, видно, не знаешь, что такое необразованный человек. Ох, ты ж дуже багато знаешь. Ты ж мені все знайка. А ты невежа. А ты недоучка. Как ты сказал? Я говорю, недоучка. Это я недоучка. Ты недоучка. Ты... Недоучка. Правильно. Ой, что ты, такий сон перебив. Мені снило, що я вже приїхав в Москву. Виступив на конкурсі естради і отримав першу премію. А я? Не знаю. Як так? А як же я? Ну що я винуватий, що ти мені не приснився? От не перебивай, дай мені ще трошки поспати, я узнаю, яку ти премію отримав. Трапунька, вставай!
весна! А ти, і куди ж ми доставайся з нами? І багата, як земля! Это же наши чемоданы! Послушайте, что такое? Это же наши чемоданы. Почему они в коридоре? А где же им быть? Вы же видите, что здесь и без них все забито. Но тут наши места. Если это ваши места, пожалуйста, входите, если можете. Только закрывайте дверь. Здесь просто... Ну, подожди, если можно не толкаться. Как справляются? Они тебя не укусили? Извините. Извините. Хорошеньких соседей ты подобрал. Сначала сядут собаки на хвост, потом людям на голову. Ну, извините. Извините. Слушай, скажи, что... А что все-таки? Слушайте, молодые люди, я бы вас очень попросила выйти отсюда. Мне нужно переодеться. А, пожалуйста. Ну и дамочка. Это просто немыслимо ездить с таким количеством вещей. Скажи, Бас, ну зачем ты все это покупала? Фу. Я же не могу приехать из командировки с пустыми руками. Ну, давай, скажи, пожалуйста, а куда девать вот этого гуся? Подвесь его к вентилятору. Слушай, я ведь буду спать на верхней полке. Я могу простудиться. Мне нужно, чтобы было тепло. А мне нужно, чтобы гусю было холодно. Ты думаешь, что ты делаешь? Учишь тебя на свою голову. Ничего не можешь сделать, как человек. Правильно, что я тебя не оставляю ни на минуту. Ни дома, ни на службе, ни даже в командировке. Пусти меня, у меня сил не больше. Боже мой, на что я похожа? С этими твоими командировками я 2 недели не была в косметическом институте. Ну ладно, оставь меня сейчас в покое. Мне нужно срочно готовиться к отчету. Сначала отчитайся передо мной. Если бы ты меня слушал всегда, да, ты был бы уже давно не зам, а зав. Почему ты не дал Ковалеву тонну гвоздей? Человек так просил. Потому что это незаконно. Ложь. А обидеть хорошего человека, которому до заезда нужны гвозди, и который может достать тебе дамскую шубу, это законно? Ой. Вздыхаешь, я тебе подышу. Теперь во-вторых. Почему ты уволил Слезкина? Потому что Слезкин твой не справлялся с работой, вот почему. Опять ложь? Да. Отлично справлялся. Это с твоей точки зрения? Да, с моей точки зрения. У него громадные связи. Да. Он мог достать нам билеты в любой театр. А этот твой Чубуков? Да, Чумаков. Ну, это не важно, тем более. Но... Это просто безобразие. Чумаков прекрасный работник. Это с твоей точки зрения? Да, с моей точки зрения. Прекрасный работник. Ты знаешь, что он мне сказал, этот твой прекрасный работник? Ну? Он сказал, что за последний год вы страшно растолстели. Это не прекрасный работник, а нахал. Кто желает отправить телеграмму? Я. Бабуся в Запорожье телеграмму пошлю. Один, два. Пожалуйста. Все. О. Можно? Войдите. Я с тобой потом. Напрошу. А что это у вас, молодой человек? Бланки для телеграмм. Мерси. Пиши телеграмму. Кому? Николаю Петровичу. Какую телеграмму? Я тебе сейчас скажу. Ну? Пиши так. Люблю. Да. Целую. Целую. Тоскую без вашего руководства. Ты понимаешь, что ты говоришь? Что? Люблю, целую. Такие телеграммы пишут не начальству, а любимым женщинам. Ну, положим. Пока я жива, женщинам ты таких телеграмм писать не будешь. А Николаю Петровичу пошлешь, так нет, надо. Нет, не пошлю. Нет, пошлешь. Нет, не пошлю. Нет, пошлешь. Нет, не пошлю. Ты знаешь, кто ты? Знаю. Ну? Шляпа, тряпка. Нет, растяжка. Хуже. Еще хуже. Хуже. Да? Ну, неудобно, здесь посторонние люди, тихо, спокойно. Ничего. Молодые люди, им нужно учиться жить, пусть слушают. Ну, куда вы едете, молодые люди? Мы в Москву едем. Прекрасно, мы тоже в Москву. Можно узнать, зачем? Мы едем на конкурс молодых артистов эстрады. Вы артисты? Mm-hmm. Ну что вы, я обожаю артистов. Что ты смеешься, я не понимаю. Ну так значит, вы едете на конкурс. Mm-hmm. А вы знаете, кто председатель жюри? Знаю. Узнайте имя, отчество. А мы знаем имя. И отчество его. Не его, ее. Его жены. Зачем?
вы преподносите ей парфюмерный набор. Это повлияет на нее. Она повлияет на него. А он, в свою очередь, повлияет на решение жюри. И ваша карьера обеспечена. Молодые люди. Есть у нас еще, к сожалению, такие жены ответственных работников, которые вмешиваются в дела своих мужей и влияют на них. Ах, к сожалению, есть. Что за смех, я не понимаю. Нет, я просто очень люблю самокритику. Почему о самокритике ты начинаешь говорить при посторонних людях? Что за манера, я не понимаю. Хорошо, спокойно. Куда же вы, молодые люди? Здесь душно. Так душно? Хочется свежим поветрям подыхать. Ага, ну подыхайте. Только вы узнаете у проводника, тогда будет чай. Удивительно противные мальчишки. Запомни мои слова. Из этих молодых бездарных дарований артистов не получится. Нет. Фу. Да. А? Ох, злая. Зато это уже оригинально. А язычок? Николай такой не бачу. Я впервые вижу. Целый день гавкая. Ты про кого? А ты? Я про нашу соседку. А, я про ее собачку. Товарищи, вы, конечно, прекрасно понимаете, что вот таких людей, каких изобразил сейчас артист Миров, людей, которые зажимают молодежь, не дают ей расти и развиваться, у нас, к счастью, не так уж много. Ну, может быть, один, два. Да, не больше. Один, два. Но во многих учреждениях, Новицкой, каждый раз, когда я слышу слово «молодежь», мне лично хочется говорить стихами. Так вот и давайте. Что давайте? Вот сейчас выступает самый молодой участник нашего концерта. Давайте объявим его стихами. Объявляйте. Да что, товарищ Миров, я же никогда не писал стихов. Да ну. А вот вы, между прочим, не раз мне говорили, что вы выдающийся мастер стихосложения. Я? Да, ага, да. Да вот у меня окажется. Только видите ли, я вам честно скажу. Стихотворная строка, она ведь очень короткая. А мысли, они у меня мощные, они у меня не влезают в эту строчку. Всегда какой-то хвостик торчит снаружи. Вот у меня тут есть, я пробовал. Вот смотрите, значит так. Молодежь, вы мне поверьте, нашей жизни красота. Но, увы, в любом концерте молодежи не хвата. Вот видите, не влезло. Вот. Действительно, не хвата. Не хвата. Скажите, а вы никогда не говорили об этом руководству? Руководство? А вот, пожалуйста. Руководству люди тоже говорили неспроста. Дай дорогу молодежи. Никакого результата. О, опять не влез. Действительно, вам размера не хвата. Не хвата, нет. А вы знаете, я ведь работаю над собой. А как же, ночей не сплю. Сил последних не жале. Никакого впечатля. Я не буду говорить стихами. Объявляйте просто. Сейчас выступает самый молодой участник нашего концерта. Геннадий человек мира. Латко. Я говорю про молодых. Вот если бы он был в жюри конкурса. Да. Смотри, Москва! Москва! И свои белостенные здания к облакам поднимает глаза. Вижу башни зарей освещенные, и дворцы на кругом берегу. Все гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу. Вижу башни зарей. Гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу. Ну пошли! Ты что, трусишь? Я? Да. А ну ходим, зараз побачим. Thank you.
Возьмите, идите за мной, смотрите и запоминайте. Следите внимательно. Движения должны быть легкими и изящными. Вот так. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбка всегда помогает. Ашуру Насырову и коллектив дайристов Таджикистана. Ничего, скоро узнаете. Посмотрим. Обращаю ваше внимание на двух весьма забавных молодых людей с Украины.
Они? Да, впрочем, вот они уже и выходят. Здравствуйте. Здоровенькие булы. Ну-с, молодые люди, что вы нам покажете? Мы вам не мы вам расскажем, кто мы такие, что мы такие, как мы сюда попали. Приехали мы из Киева, меня зовут Грицко, фамилия моя, извиняюсь, Тарапунька. Раньше я работал в милиции, а теперь меня из милиции высунули в артисты. Выдали мне новую форму артистическую, почепили собачку. Ну как? Ничего, плечи маловаты. Что ты маловаты? Тут по килограмму ваты на каждом плече, а ты говоришь маловаты. Вот это мой приезд. Ну а тебе я сам расскажу. А я бывший старший монтер. Театральный осветитель. А теперь знаете так, артист-совместитель... Под словом Штепсель. Нет, моя фамилия не Штепсель. Ну ты же монтёр? Я бывший монтёр. Ну значит Штепсель. Ну хорошо, не будем спорить. Не будем. Главное это то, что мы с тобой теперь артисты. О, мы теперь стали сильно интеллигентные люди. Правильно. Такие выхованные, вечные, культурные. В каждом вашем слове відчувається высокая культура. Тарапунька. Не гавкай. Не перебивай меня. Ты же знаешь, что я теперь конференция. А что это значит? Знаю. Ну, конференция это вроде директор концерта. О, директор. Ну, говорите, товарищ директор. Что ж ты думаешь, я так стану и буду тебе говорить? А как же еще? Трибуну мне давай. Сейчас. Вот она, трибунка моей собственной конструкции. Ничего, трибунка. А вода есть? Пожалуйста. Мало. Пожалуйста. Это солидно. Вот вам, товарищ директор, откуда говорить, а вот что говорить. Тихай. Разрешите вам поставить эту палочку, не помешает? Нехай стоит. Товарищи! Что мне тут понаписывали? Товарищи! На сегодняшний день меня интересует завтрашний день. Из моего отчета вы увидите, что моя работа достигла поворота и разворота. Я думаю, все вы меня поймете. Вы видите сами, как я горю на работе. Но я один, я руководство. Так пусть же горит все производство. Итак, дорогие товарищи, равняясь на меня, подтягиваются и другие театральные организации. Что такое? Не обращай внимания. Во всех наших оркестрах мы имеем ударников, наши певцы живут припеваючи, и даже в цирке у лилипутов заметен большой рост. Поэтому, если я уйду с работы, это для всего нашего искусства будет тяжелый удар. Что такое? Все в порядке. Видишь ли, это наш брехочувствитель. Брехочувствительный аппарат системы Штепселя. Модель 207 БИС. Хай ему БИС. Не выносит лжи. Ничего себе аппарат придумал Штепсель. На мою голову. Неплохой. Разрешите продолжать свой отчет. На каком месте я остановился, товарищ? Вы остановились вот на этом месте. Не, я и место для докладчика возник. Ты спросил трибуну. Вот теперь продолжай. Товарищи, дорогие мои граждане, вообще, если так хорошо разобраться, так я вообще работник неплохой. Я, можно сказать, крупный работник. Что оно поломалось, чи шо? Я на голову выше от всех директоров, яких вы только знаете. Я хотел сказать, на голову выше, это в смысле росту. Вы же бачите, как я высокий. Я же говорю, что лучше. Выше, потому что высокий, потому и выше. Но в моей работе есть успехи небывалые. Я хотел сказать, что успехов не бывало. Чего нема, того нема. Но я не бюрократ. О, и все мои тут сослуживцы, они ж для меня родные. Не-не-не-не-не, я хотел сказать, что мои родичи зачислены сослуживцами. Конечно, они мне родные. А что они мне, чужие, чи что? И вообще, рано или поздно моя работа будет отмечена. О, и на меня одна за другой посыпятся награды. <У-у-у>.
Безобразие, понимаете. Разные вот тут, понимаете, вот эти вот штепсели, понимаете, хотят, понимаете, сорвать мое выступление. Но это им не удастся. Так и скажем. Сорвать мое выступление, это дело им не по зубам. Если так или иначе, есть у вас такой докладчик, заходите, буду рад дать вам этот аппарат. Молодцы, ох, молодцы. Да, очень хорошо. А, еще бы. Вы знаете, они, пожалуй, уже сейчас могут выступать вместо нас. Ну, конечно. То есть как вместо нас? А мы? Товарищи, потише, потише. Началось обсуждение. Ну как? Ну расскажите. Ну что ж, ну что? Говорите, ну как? Ну как? По-моему, здорово. А что вы скажете, товарищ Миров? Не смешно. Позвольте, да чего ж так смеялись? Да, смеялся. Животным смехом. А с идейной точки зрения не смешно. А по-моему, смешно. Ваше мнение? Сурсана с вами согласна. Это смешно. Это смешно, и в этом вся беда. Товарищи члены жюри, Гамлет Шекспира не смешно. Война и мир Толстого Льва Николаевича не смешно. Страшная судьба не смешно. А что это такое, страшная судьба? Это моя еще незаконченная пьеса для детей на тему о преодолении старости. Одним словом, настоящее искусство должно быть не смешным. А это... Тропунки. Не знаю. И вообще я терпеть не могу эстраду. Тогда я не понимаю, зачем вы вообще сидите в жюри эстрадного конкурса? Очередная нагрузка. Друзья, ну это же непрофессионально. Молодо, зелено. Нет, пусть поработает годик, другой, третий, четвертый. Конечно. Пусть, так сказать, они уточнят его. Конечно. Ну, и, естественно, утеплят этот номер, понимаете? И, конечно, усмешлят, увеселят. Так сказать, что ли, украсят ее. Вот, когда они его дожмут, так сказать, обкатают, уточнят, вот тогда, так сказать, да, и обязательно осложнить нужно его. Ну, в том смысле, что нужно его упростить, понятно? Вот, когда они его доведут и поднимут, пожалуйста, пусть работают, а пока не, пока уж мы как-нибудь сами. Сами. Я с вами не согласен. А я категорически против таких оценок. Вот поэтому у нас и нет молодого смеха на эстраде. Правильно. Плохо. Все ругали. А Миров больше всех. И сказал, не смешно. Як не смешно? Вам не кажется, товарищ Тарапунько, что мы провалились? Нет, не кажется. Аж нияк не кажется. Ходим. Не смешно. До побачення, дівчата. А теперь что? Поедем до дому, Штепсель, в Київ. Мы еще себя покажем. Мы уже себя показали. Так, товарищи, что ж, позвольте вас поблагодарить. На сегодня наша работа закончена. Разойдемся по-хорошему до завтра. Сергей Сергеевич, большое спасибо. Одну минуточку, товарищи. Спасибо, товарищи. Что такое? В чем дело? Сегодня у нас в театре первый прогон бани. Прошу всех. И вас, Николай Павлович, пожалуйста. Спасибо, не примену зайти. А, вот они где. Это интересно. Ну-ка, ну-ка,
сели перед отъездом. Перед дорогой посидеть полагается. Прощаемость с эстрадой. Это еще почему? Не выдержали испытания. Ну, во-первых, грош цена человеку, который боится испытаний. А во-вторых, ну-ка, садитесь, Свет. Путь артиста – это путь непрерывных испытаний. Каждый из нас, товарищи, держит экзамен вечером перед нашим советским зрителем. Вот днем я экзаменовал вас, а вечером сам буду экзаменоваться перед публикой, перед зрителями со своим новым фельетоном. Впрочем, даже что вечером? Сейчас! Сейчас! Я буду читать перед вами свой новый фельетон. Сейчас! Я даже надену бант, надену бархатный пиджак, все как следует. Вы будете сейчас жюри, а я экзаменуемый. Пройдите, вот пройдите налево в библиотеку, пожалуйста, прошу вас. Давайте, 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 давайте. Николай Павлович, что такое? Разрешите мне послушать. А что вы думаете? Идите, чрезвычайно интересно, как будут реагировать пожарные. Меня всегда это занимало. Так вот я и говорю, товарищи, не у каждого из нас пока еще имеется свой собственный автомобиль, «Москвич» или «ЗИС». Но не все купили себе еще и холодильник, поскольку не решили, что именно в нем так уж необходимо замораживать. Но зато в каждом советском доме сегодня непременно шкаф, этажерка, иногда и стеллажи во всю комнату, с милыми сердцу, прочитанными и бережно хранимыми книгами. Книги эти стоят на полках, как на жердочках птицы, и каждый по-своему своим голосом поет о любимых героях. У одних это мужественный Павел Корчагин, у других – Батманов из романа Ажаева. У третьих – веселый, храбрый солдат Василий Теркин. А у меня, как у человека, которого черт дернул профессию себе сатирическую выбрать, то и герои-то все какие-то самые, что ни на есть отрицательные. Тут и Хлестаков, и Городничий, и Клоп Маяковского, и вся Щедринская галерея городначальников города Глупого. Но, верите ли, некоторые даже по ночам во сне снятся. Тут как-то, товарищи, после обеда случайно забылся, смотрю, представьте себе, открывается дверь, и входит ко мне, кто бы вы думали. Нос! Такой же нос, который, помните, пропал у гоголевского майора Ковалева и один путешествовал по Петербургу. Уж не считаете ли вы себя любимым литературным героем, спрашиваю я? Ведь вы ж всего-навсего нос. А нос отвечает, вы правы, я действительно всего-навсего нос. Поэты, забыв обо мне, воспевают глаза, губы, розовые щечки любимых. Но снимите меня с лица любой красавицы. Что останется? Блин, совершеннейший качан капусты. Недаром сами они, промазывая гуталином ресницы, крася губы химической ядовитой помадой, меня только почтительно пудрят. А носит человек, кем бы он ни был, не должен забывать ни на минуту. Я обладаю способностью, например, вдруг задираться кверху. А люди, задравшие нос, неминуемо тут же отрываются от народа, забывают, что они только слуги народа, и что без народа они выше носа не прыгнут, и дальше носа ничего не увидят. И тогда, глядишь, сегодня это задравшие нос, гордые, но пустые вельможи, а завтра от них ни кожи, ни рожи. Нос – инструмент удивительно разносторонний. Враги нашей Родины потому и побаиваются сегодня совать нос в наши дела, зная, что мы никому не позволяем водить себя за нос. При неудачах не вешаем носа, а при нужде можем так щелкнуть по носу, что они рискуют остаться вовсе без носа. Да-да, слушаю. Ах, иду, иду, немедленно, обязательно, да, сейчас же, и захвачу, между прочим, наших с вами общих знакомых. Да-да. Нет, сейчас же. Ребята, забирайтесь, марш за мной, скорее. Куда? Вы «Баню» Маяковского читали? Но память знаю. Он когда-то в клубе милиции играл в этой песне. Тем лучше. Так вот, пойдемте, ребята, сейчас в театр и посмотрим еще раз, как Маяковский в бане моет и стирает бюрократов. За мной. Пойдемте, товарищи, возьмем их за воротник, заставим, я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы. Сергей Алексеевич, вот, пожалуйста,
Я оделся и загримировался, как вы просили. Посмотрите, какой же из меня оптимистенко. У меня же ничего не получается с украинским произношением. Но отберите от меня эту роль. Я не знаю, как надо правильно говорить. Оптимистенко или как? Да не, оптимистенко. Здравствуйте, старый знакомый, здравствуйте. А вы что же, роль знаете? Это можно. И увязать, и согласовать. Каждый вопрос можно увязать и согласовать. Мое мнение, надо попробовать. А вы знаете, Николай Павлович, это идея. Одевайтесь, гримируйтесь и идите прямо на сцену. Я? Да. Идите. Но только помните, что вы восклицательный знак при бюрократе Победоносикове. Идите, смелее. Начинаем со второго акта, со встречи с Велосипедкиным. Володь, как это у Маяковского? Ставь прожектора, чтоб рампа не померкла. Крути, чтоб действие мчало, а не текло. Театр не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло. Товарищ Бабиновскому, экстренно, срочно, немедленно. Я вас узнаю, это вы сам или это ваш брат? Ходил тут молодой человек. Это я сам и есть. Да не, он же был без бороды. А я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Покончить. Если мы не вынесем опыт в пространство над городом, может быть даже взрыв. Мы идем к самому главночпупцу. Нам нужен сам Победоносик. Сам Победоносик. Не треба вам его беспокоить. Я же вас, собственно, лично могу вполне удовлетворить. Все в порядке. На ваше дело есть полное решение. Все в порядке. Вполне удовлетворить? Да? Полное решение? Да? Сломили, значит, бюрократов. Да что вы, товарищ? Какой может быть бюрократизм перед чисткой? У меня все на индикаторе. Без входящих и исходящих. По новейшей карточной системе. Раз, нахожу ваш ящик. Раз, хватаю ваше дело. Раз, в руках у меня полная резолюция. Вот. Я же говорил, полное решение. Отказать главночпупс Победоносиков. Товарищ Оптимистенко, это издевательство. Издевательство? Да нет же, никакого же издевательства нема. Слушали и постановили отказать. Не входит в ваше изобретение перспективный план на ближайший квартал. Так не на одном же ближайшем квартале социализм строится. Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности. Ваше предложение не увязано с НКПС. И не треба широчайшим рабочим и крестьянам. Довольно, спасибо. Что вы сказали, товарищ режиссер? Довольно, спасибо. Пойдем. Мы сейчас пойдем к вам на сцену. Здорово, а? Очень здорово. Когда написано, озвучит, ну, прямо как сегодняшний фельетон. Ну, действительно, товарищи, о чем говорить? Не перевелись еще у нас бюрократы и подхалимы, подобные персонажу Маяковского. И незачем далеко ходить за примерами. Возьмем, скажем, наше учреждение. Ну, а что, у нас разве нет еще этих бюрократов и любителей подхалимажа? У нас? У нас. Вы что ж можете назвать имена?
Имена? Да. Голубчик мой, да не только имена. Если хотите знать, то и отчество, и даже фамилии. Ну что ж, назовите. Ну и назову. Назову ну? Со свойственной мне прямотой и, так сказать, объективностью, невзирая ни на какие ответственные лица. Бюрократы, да. Пожалуйста, пожалуйста. Никита Гаврилович Пораженский. Товарищ, ну где же, где же форменной, где же типичной, где же, я бы даже сказал, отъявленной. А вы меня не останавливаете. Да-да, отъявленной. Да вы взгляните в ложу направо. А что такое? Здрасте, Никита Гаврилович. И вы здесь? А я и не знал, что вы на репетиции. Никита Гаврилович, о вас говорил. Хотите, обижайтесь, хотите, не обижайтесь, но я вам в глаза скажу. Да, Никита Гаврилович, вы форменный. Вы типичный, вы отъявленный борец против бюрократизма. Товарищи, Никита Гаврилович, как увидит малейшие проявления бюрократизма, он всегда как-то вспыхнет, как-то загорится и всегда искореняется. Всегда искореняется. Вот товарищ так. Миров, это очень похоже на подхалимаш. Вы говорите мне? Вам, вам. Мне, человек, который привык говорить правду в глаза, невзирая на лица. Да вы знаете, что я ненавижу этот подхалимаш. Не то, что нас, замзав Сергей Сергеевич Быстриков. Вот уж кто обожает этот. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. И вы здесь. И он здесь. По-моему, вы что-то хотели сказать. Да, вот я и говорю, Сергей Сергеевич, обожает он обожает Сергей Сергеевич под холодную закусочку, опрокинуть рюмочку, да, другую. Товарищи, ничего в этом плохого нет. Я и сам не прочь иногда тоже, да. А вот что касается подхалимажа, то Сергей Сергеевич его органически не выносит. Как увидит малейшие проявления подхалимажа, да как-то сразу весь вспыхнет, загорится и тоже искореняет. Искореняет. Вы кончили? Кончил. И жалею, что начал. Поздравляю от души, поздравляю. Я ведь сам тоже недавно начинал. А. Словом, слушали нашего молодого артиста в роли Оптимистенко. Постановили пригласить в труппу нашего театра. А ну, что вы на это скажете? Спасибо. Только я хочу сказать, что мы... А где ж Штепсель? Ну, чё ж ты молчишь? Говори. Он хочет сказать, что мы, так сказать, мы любим эстраду. Ну, что ж, Николай Павлович, в вашем полку прибыло. Николай Павлович, мы дуже хочем выступать на эстраде вдвох. Ну, а что ж, ребят, это, пожалуй, правильно. Готовьте программу новую. Злободневную, я бы даже сказал, озорную. А мы все вам поможем.
мы и так сделаем. Я буду перший малювать. А ты иди сюда. Вот я так. Это маяки. Извините, пожалуйста. Выбачьте. Ваша кисть навела нас на интересную мысль. Попытка. Да. Ага. Разрешите вам помочь? Пожалуйста. Большой театр. Что завтра? О, Риголет. Нос, тарапунька. Чудесная Москва. Подивись, Штепси, які сьогодні веселі зорі на небі. Да, звезды сьогодні действительно веселые. А хто би всю програму назвати веселі зорі? Веселые звезды? Хорошо. И это все может быть наши будущие зрители. А вот интересно узнать, кто будет нашим будущим критиком. О, а что интересно, а как узнаешь? Вот это может и есть наш будущий критик. Значит так, играет хороший марш. Раскрывается занавес, ты выходишь с лестницей, а я выхожу с ведром. Я думаю так, я намалю. Да, очень реверный. Да. Так это все же дается, Мария Григорьевна. Thank you.
поглядим? Ну что, меня мутит от одного вида этих аттракционов. Мутит? Вы, мужчина, берите пример с меня. Я люблю летать. Вы-то? Да, я-то. Помню, я летел над Каспием. Качка была такая, всех укачала, кроме меня. Даже летчиков. Позвольте, а кто же вел самолет? А никто, так потому что так и качало. Не, я себя чувствую в самолете, как рыба в аквариуме. Да. Скажите, а вы не устаете? Не, я никогда не устаю. Я нет, могу. Я говорю, вы не устаете от этого постоянного хвастовства? Вот я. Что? Вот сейчас мы купим билеты и полетим. Что, что? У нас сейчас концерт. Концерт стоп. Через час, мы успеем. Не, надо подготовиться. Всего ничего, успеем, полетим. Погоди, не, вы что, серьезно? Серьезно. Ну что, пожалуйста, летим. Рональд, куда? Кассу. Касса там. Там тоже есть касса. Вкусный? Я помню, когда я летел на Каспий. Прошу. Будьте любезны, подержите, пожалуйста. Вот. Сюда, да. Ничего, ничего, не волнуйтесь, товарищи. Дети летают. Включай мотор. Привет! Товарищ Мира! Как вы себя чувствуете? Ничего, морально. Ой! Подивись, який смелый дядя. Пойду. Это ж Мира финалист. Ага. Посмотри, что это произошло. Остановите эту штуку. Я... Товарищи, помогите Мирову! Ему плохо! Надо вызвать скорую помощь! Какой лекарь? Какой лекарь? Сюда. Давайте я пойду. Ему помогу. Давайте, вытягивайте его оттуда. Давайте. На плече мне. Идите в кабинет. Сюда. Сидайте, товарищ Миров, сидайте. Могу. Очнитесь. Не могу. Так или иначе, вам все равно придется вести концерт. Мне ничего не придется вести. Боюсь, что меня придется вести. Как жаль, что я затеял эту глупую историю. А может, все-таки вызвать врача? Вызвать врача? Новый артист никогда не покидает поле сцены. Его уносят оттуда только мертвым. Ой. Это и есть так называемый тарапойка? Так называют. А это выключайте. Штепсы. Слушайте, а что если они? Идея. Слушайте, я ничего не понимаю. Как они будут конферировать вчетвером? А? Что? Мы не вчетвером. Мы за четырех можем. Мы готовим. У нас все номера. Да. Вы знаете, это единственно разумный выход. Делайте, что хотите. Да не вертите вы передо мной этими 10 руками в конце. Товарищ, ну что ж, пойдем, пойдемте. Пошли. Только имейте в виду, друзья, никаких интермедий. Дорогой товарищ зритель, мы молодые артисты. Нет, не так. Дорогой товарищ зритель, мы молодые артисты. Товарищ мы... молодой артист, идите на выход. А коробка зачем? Объявите номер Вилли Зеленый. Ага, бегу. Поймите, номер нужно объявить бодро, весело, да-да. Жизнерадостно. Понятно вам? Ясно. Ну а где же ваш этот
Ну, что? Это... Ну, выключатель. Штепсель. Да все равно. Где вас... Я здесь! Где вы были? На сцену! Да куда ты меня несешь? Быстро! Да. Осторожно. Вот, получили посылку и срочное письмо. Ну, что ж в той посылке? Слушай, это те молодые люди, с которыми мы ехали в поезде. Вы знаете, мы с ними ехали в поезде. О, кукла. О, вот это краля, а? А ты что такие, а? Письмо. Как письмо? Говорящее письмо. А что ж тут написано? Ну, принеси патефон, услышишь. Ну. Ох и кукла. Ой. Адресовано. Директору артели детская игрушка. А как оно к нам попало? Оно до нас для того попало, чтобы цьому директору від нас попало. Давай расскажем про цей товар. Пусть товар сам за себя говорит. Правильно. О. Правильно. Я сейчас расскажу вам свой ужасный секрет. Уцененная кукла, счастья в жизни мне нет. Я в артели родилась, белый свет мне не мил. Как нас там изготовляют, хоть пиши в крокодил. Безо всякого вдохновения, без любви и огня, равнодушные люди производят меня. Вопиющие факты приведу я сейчас, и вы сами убедитесь, товарищи, насколько я в этом вопросе буду объективна. Я там одна была на складе, нас там много было. Вдруг приходят какие-то люди, посмотрели на нас, говорят, это все надо выбросить. Я вздохнула и подумала, пускай выбрасывают, пускай погибну я, это все-таки лучше, чем портить жизнь детям. Оказывается, ничего подобного. На их языке выбрасывать — это значит пустить в продажу. И вот мы очутились в витрине уцененных товаров. Ну хорошо, допустим, я кукла, я игрушка в руках этих равнодушных людей. А вы знаете, что мне сказала одна моя знакомая табуретка? Она говорит, я прямо ног под собой не чувствую. Смотрю, действительно, у нее ног не хватает. Или, например, статуэтка. Эффектная такая, даже покупатели интересовались. Это кто у вас? Корова или так фантазия? Какая фантазия? Объясняет продавец. Это же лыжник.
А продавец у нас замечательный. Все умеет объяснить покупателю. Или вот, например, стоит будильник. Правильно, стоит. Да-да. Он когда стоит, всегда стоит. А вот так? Совсем другое дело. Что такие игрушки детей доводят до слез? Это ведь не игрушки, а наболевший вопрос. Пусть я кукла плохая, пусть я брак или хлам, но я категорически заявляю, что совершенно необходимо очень внимательно прислушаться к этим словам. Тамара Соколова и Петр Помосков. Ну все хорошо. Что следующий номер? Шуженко. Он Одессе тут репетирует. Ты когда-нибудь бачил? Нет, только по радио слышал. И я не бачу. Я люблю весна и устали в милом городе мой.
сердце друга рядом чувствуя, до зари бродить вдвоем. Мы огни вечерних зарева различаем далеко, и легко нам разговаривать, и легко нам разговаривать, и молчать нам, и молчать нам, и молчать вдвоем легко. Неожиданно ведем концерт. И сейчас ваш выход. Вам пора уже на сцену. Не спугни очарование этих тихих вечеров, ведь порою и молчание, ведь порою и молчание нам понятно. Ну да чё ж, хорошая песня, Клавдия. Вы с этой песни не начнете? Нет, я начну с песни о звездах.
Где Утесов? Не знаю, где Утесов. Ну как же срывается концерт? Пропало. Все пропало. Да. Эй, не дочь! Где Утесов? Что? Нет Утесова! Как нет Утесова? Вот так нет Утесова! Утесова нет! Да! Срывается ж концерт! За мной! За мной! Вот, нет его! А? Где Утесов? Где Утесов? А? Ну, а что делать? Как его найти? Что делать? Надо его вызвать. А как вызвать? Вы не знаете, как вызывают? Вот как! На сердце от песни веселой она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села, и любит песню большие города. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от грешной земли. Парень, я молодой, покажу за бородой. Я не беспокоюсь, пусть растет до пояса. Служили два друга в нашем полку. Ой, песню пой! И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой. Да почему? У меня в глазах петерица. Обыкновенный кинотрюк. А, ну, это же фокус. Костя, пойди сюда. Здрасте, товарищ Утесов. Ведь ты моя молодость, а все вы вместе. Моя жизнь. А моя жизнь – это песня. На этом расстанемся, друзья. Смотрите. Смотрите, что делается. А что особенного? Это кинотрюк. В кино все возможно. У них ведь как делается? Раз, и нет никого. Нет, мне все-таки плохо. Служил молодой, запевала в гвардейском пехотном полку, и песен душевных немало знавал на своем он веку, и часто друзей за собою водил он сквозь грохот и свист. По званию он был старшиною, а сердцем народный артист. Нам с песней цель ясней видна, с ней легче спорится работа, ведь песня людям так нужна, как птице крылья для полета. Ведь песня людям так нужна, так нужна, как птице крылья для полета. Thank you.
Давно та гроза миновала, давно посветлел небосвод. Не знаю я, где запевала, сегодня живет и поет. Но помню я, как запевала, шел с песней сквозь ветер и дым, а голоса коль не хватало, он пел ее сердцем своим. Нам с песней цель ясней видна, с ней легче спорится работа, ведь песня людям так нужна, как птице крылья для полета. Ведь песня людям так нужна, так нужна, как птице крылья для полета. Что там происходит, а? Там все в порядке. Тарапунька и Штепсель сейчас будут играть интермедию. Как интермедию? Я сказал, никаких интермедий. Небольшая интермедия, об искусстве. Ой, ну зачем это об искусстве? Ой, представляю, что сейчас будет. Слушайте, пойдите к ним, поддержите их. Учтите, это же их первые выступления. Пошли на выход. Возможно идти на сцену после таких аплодисментов. Струсил? Боюсь. Идешь? Иду. На сцену? Додому пойду. Да что вы, друзья. Смелее. Зритель, это же не конкурсная комиссия. Правильно. Зритель, это ваш третий партнер. Верно. Смелее. Я ему так и кажу. А Штепсель боится. Я? Пошли. Ни пуха, ни пера. Штепсель! Штепсель! Куди ты запропастився? Творю, пишу, рисую картину, собираюсь взять премию. Это хиба что картина? Хиба за искусство? Вот я ему покажу, что такое настоящее искусство. Красочку. Так. Раз. И еще Тропонька. Раз. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Яка ж ти некультурна людина, Штепсель! О! А-ла-ла-ла! Ну що, воно вийшло? О, здорово, тепер ще тут один штрих, два, так от раз! Раз, 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 раз! По-заграничному это называется шедевр! Ну, знаешь, может, по-заграничному это и шедевр, а по-нашему это форменное безобразие. Не, Штепсель, это же не форменное безобразие, это же бесформенное безобразие. Какая же это картина, это мазня. Полюбуйся, Штепсель, этими шедеврами. Это же суперсюрреализм. Это же неодекаданс, супрематизм. Но на эти шедевры противно смотреть. А? Противно смотреть? Так за ты шедевры художник получил вторую премию. Да. Так за цей же шедевр можно получить первую премию. Точку. Так. Тут. Оп.
Видали, какие изобретательные ребята? Да ничего, нюансов только не хватает. Правильно, Штепсель. Не хватает нюанса. Сейчас заробим последний мазок. Я даже ни на что не похож. Ну, что? Подожди, подожди. А может, я не так ей повесил? Может, ей треба перевернуть? А ну? Ну, як? Да не очень. Нет. Ее идея на художественное звучание не изменилась. Ну что, не понравилась тебе моя картина? Нет, плохая. Ну, тогда ходим, я тебе покажу такие картины. Пойдем. Подивись, какие картины, а? Подивись, Штепсель, Репин, Запорожцы. Вот это картина! Ай-яй-яй. Приятно посмотреть. Это ж тебе приятно, а як мне приятно. А какая разница? Шо ты, там же ж намалеванный мой родич. Мій прапрапрапрапрадід, вільний козак Селивон Бандура, що однією лівою рукою піднімав повний віз з нечищеною картоплею. Это какой же вот этот, который пишет? Та ні, то ж писар. А що ж вот этот с усами? Это кошовий Іван Цирко. Ну какой же вот этот в красном жупані? Та ні, Штепсель, от дивись, дивись. Ти бачиш, он свитка? Ага. А вот там вот за свиткою рука. Да-да. А вот за той рукою стоит мой родич Селивон Бандура. А что же он там делает? Ну что? Те, что и все. Пишет листа турецкому султану. Ох, интересно знать, что в том письме. Иди сюда, я тебе покажу. Ты хочешь сказать, что у тебя сохранилось письмо запорожца? Збереглось. У моей бабуси збереглось. Вона й тепер живе в Запоріжжі, якраз біля гідроелектростанції, напроти того місця, де була колись Запорізька Січ. Так у моєї бабусі був прапрадідусь, а у прапрадідуся була прабабуся, до якої залицявся вільний козак Селивон Бандура, отакий він мені родич. А письмо где? От. Обережно, древній дуже лист. На, подстілі газетку. Давай. Ах ти, шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариш, вавилонський ти кухар, македонський колесник, інтелігентно писали запоріжці, козулуп і злодіюга, а також болський канцлер Аденауер, самого гаспида внуків всього світу і підсвіту блазень, а нашого бога дурень. Постой, постой, ти де взяли ту фразу про Аденауера? А я... Через оцю дірочку в газеті прочитав. Чай дальше. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. Ох, молодці запорожці. Молодці запоріжці, за порогами жили, а ворогів своїх на поріг не пускали. Подивись, Штепсель, ви прямо як запоріжці. Здравствуй, дружище! Помнишь, как у Твардовского? С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Красота! Что это?
Ну и затянули концерт. Собирайте артистов, время заканчивать. Ты помнишь концерт фронтовой? Блестилые солдаты на скатке. Не бархат на сцене висел, а полог простой плащ палатки. И вторили песни певца, раскаты глухой канонады. И слушали наши бойцы артистов советской эстрады. Мы встретимся завтра. Исчезнув сегодня с экрана, на сцене в рабочем дворце, под небом колхозного стана, вам всюду готовы служить, всегда вас приветствовать рады веселые ваши друзья, артисты советские.